В Якутске проходит отборочный этап регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров и инвалидов. Чемпионат состоится в Якутске 27 апреля. Возраст участников – мужчина от 60, женщина от 55 лет и старше. Победители регионального этапа будут представлять Якутию на федеральном чемпионате, который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая. Якутские пенсионеры участвуют в чемпионате уже третий год, и с каждым разом уровень их компьютерной грамотности повышается. Это задание было первое – найти по Яндексу через интернет задание. На 30 минут все это мы делали. Потом работа с планшетом была. Потом была работа по антивирусной программе Касперского. Вроде интересно было, но, конечно, очень трудно было, потому что мы принимали участие первый раз. Народу очень было много, и поэтому волнительно было.